Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию мастер-класс по изготовлению мыла Лили. Для этого нам понадобится отдушка лаймовое пирожное, масло жидкое манго, гелевый краситель Страббери, мика косметическая, мыльная основа, формочка в виде лилии и стеклянная палочка для перемешивания. Теперь растопим мыльную основу. Мыльная основа растопилась, теперь мы будем добавлять краситель. Добавляем несколько капель и смотрим, достаточно ли нам цвета. Вот у меня достаточно. Вы можете сделать либо его более ярким, либо более нежным. Теперь будем добавлять нашу мику. Добавляем также по усмотрению, насколько вы хотите блесток. Они могут быть просто немножечко отображаться в мыле, а могут быть и части мыла, поэтому они просто будут блестеть. Я добавлю немножко. Размешивать нужно тщательно, потому что мика может взяться кусочками. Вы не бойтесь, не переживайте, это нормально, просто хорошо нужно будет размешать. Если какие-то комочки останутся, также ничего страшного там нет. Теперь я буду добавлять масло. Я добавила буквально 3 капельки, но такое количество основы достаточно. Вы можете добавить немножко больше. Теперь я добавляю отдушку. Я добавила 5 капелек, я люблю более такой яркий аромат. Вы можете добавить еще или же наоборот меньше. Теперь мы будем заливать основу в нашу формочку. И теперь ждем, пока мыло застынет. Мыло застыло, я достала его из формы и натерла перламутром. И в итоге у нас получилась вот такая лилия. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!